Дом Черепановых, сам музей был открыт в 2004 году, вот. И название оно сохранено историческое — Дом Черепановых. Именно в этом здании жили создатели первого паровоза в России. Если вы знаете, Нижний Тагил — родина первого паровоза. Здесь работали крепостные механики Черепанова, другие тагильские мастера, которые внесли большой вклад в развитие техники в России, горно-заводской техники. Вот. И вот как раз Черепанова — одна из самых таких известных персонажей 18-19 века. Сам музей посвящен развитию техники, то есть даже то, что вы сейчас снимаете, это выставка посвящена истории изобретения доэлектролампочки. То есть у нас много выставок, они большие и маленькие, данная выставка большая. Но просто стало интересно, кто же лампочку изобрел, потому что много разных сведений. А это 140-летие изобретения лампочки. Многие считают, что Томас Эдисон, американский изобретатель, как показывают исторические факты, все-таки ему предшествовали в основном русские инженеры, как раз это Василий Петров, Павел Яблочков и Александр Ладыгин. Ладыгин вообще эмигрировал в Америку и работал на фирме Westinghouse. Он был знаком с Эдисоном, и, возможно, идеи Ладыгина, которые были высказаны гораздо раньше, были внедрены в жизнь Томаса Эдисона. Он был не только изобретатель, он еще был хороший коммерсант и предприниматель, потому его эти нововведения, они получили дальнейшее развитие. Запатентовал, да? Да. Вот. Но вот сейчас вот вы снимаете стенд, посвященный Константину Павловичу Поленову, управляющему Нижнесалдинским заводом. Он работал преподавателем в Нижнетагильском Минском заводском училище. Вот, сам он приехал на Урал из Петербурга, работал по контракту на Демидовых, но прославился он тем, что был замечательный металлург и много постиг в горном деле. Вот. Ну и были еще разные изобретения в его творческой деятельности. Одно из них — это таинственный фонарь, который он освещал горную контуру в Нижней Салде. И фонарь якобы являлся тоже электрическим, который появился даже задолго до лампы Павла Яблочкова. То есть здесь... То есть он беспроводной был фонарь? Почему? Электричество использовалось, конечно. Ну, бывает еще беспроводное? Нет, не беспроводное, это уже технологии современные. Не было, да, тогда еще? Нет, конечно. Беспроводная связь появилась в тот период, Павел, когда Попов Александр Степанович изобрел радиоприемник, а здесь электричество везде. Вот, то есть нужно электроэнергией было накаливать лампы, между ними натягивалась нить вольфрамовая была и так далее. Вот и были эти опыты сделаны еще в 19 веке. То есть кто же изобрел лампочку, немного было изобретателей, но ясно, что не один Эдисон. То есть даже больше приоритетов у наших российских ученых. Ну, тоже так думаю. Вот. Ну, здесь у нас цокольный этаж вверху, первый, второй. Сам музей посвящен как раз развитию горно-заводской техники. И у нас здесь еще показано... Вопросик можно? Да, вопросик. А вот дом вот с той стороны, как с верхней Черепановой, он сильно утоплен и как откопан. Это что он такое? Не откопан, просто не склон горы. Это так вот задумано при постройке? Ну, там, да. А окошки там вот наполовину, и тут вот у вас тоже вот окошко. Просто это рельеф у нас, вот на гора вот так вот идет. Вот такое впечатление, что тут целое окно должно быть. Что это цокольный этаж. Если мы покопаем, то что-нибудь откопать можно. Нет, почему это цоколь, это полуподвальный этаж. Это нормально, да, так строили? Ну, так по постройке. Угу, благодарю. Вот, а дальше первый, второй этажи. Это значит, по-моему, 7-метровый этаж. Ты тут какой паровозик? Мы сюда вернемся.
Так, ну вот здесь у нас зал горнозаводской техники и было показано творчество тагильских мастеров 18-19 века. Вот, ну вот часы, это часы механические, они были изготовлены Егором Кузнецовым, тагильским мастером, который здесь проживал в 18 веке. То есть это был предтеча, предшественник Черепановых. Мастер был, можно вас попросить, давайте я буду вам рассказывать, а вы потом, я вам дам время, вы потом будете снимать. А у меня одновременно идет, мне потом монтировать сможет. Ну хорошо. Я вам мешаю, да, говорю? Не тяжело рассказывать. Вот здесь у нас раз показан Егор Кузнецов. Он работал здесь на Лыском заводе. Был заводским мастером, делал разные изобретения. То есть это были станки, приспособления, механизмы. Вот с ним связано развитие прокатного дела в России. Якобы он изобрел первый в России прокатный стан. Вот. Но он был крепостным и подчинялся Демидовым. И мечтой было его обретение свободы. То есть он пытался стать вольным человеком, откупиться от Демидова. И вот часы, это была попытка обретения вольны. Часы называются астрономические, им 242 года, они самые старые в России. На Урале самые старые точно. Здесь стоит дата 1775 год, год окончания работы над часами. Их Егор Кузнецов делал на протяжении 20 лет. Называются они астрономические, потому что показывали движение Луны, Солнца. Часы до сих пор работают. У них вот гири периодически подтягиваем на экскурсиях, чтобы часы пошли. Здесь механика, то есть стальной трос удерживает гири, каждый весом 20 килограмм. Дальше можно маятник качнуть. И пошла по кругу стрелка. То есть часы у нас пошли. Расписан они картагильский поднос, потому что расписывал часы крепостной художник Сидор Дубасников, основоположник росписи металла, как раз то, что и родило здесь вот тагильский подносный промысел. Вверху астрономическая часть, это дневное небо, солнце движется по небу, все работало раньше самостоятельно, без пальцев, без рук. Вот это в течение суток происходит. Солнце закатывается, дальше восходит, ну и новый день настает. Здесь там циферблат 24 уже, да, получается? Да, здесь месяц, то есть получается это... Луна? Это, да, это Луна, это получается оборот за месяц идет. Угу. То есть вот Луна, она... Какой лунный день можно было посмотреть? Получается, вот она уменьшается, то есть это убывающая Луна, стареющая. Вот, то есть начинается новолуние, и дальше растущая Луна идет. Угу. То есть это в течение месяца. А вот это что за стрелочки? Это число, это месяц. То есть они показывали, как шторки могут подниматься, то есть убывание дня. Ага, либо классно. Увеличение дня, то есть долгота дня. Угу. Только деление не сохранилось, часы расписаны. Прошли реставрацию в 90-е годы, и все было восстановлено. С другой стороны находится музыкальный механизм. Давайте, нам нужно пройти сейчас на обратную сторону. Пойдемте. Идите. С этой стороны? Да. Здесь часовой механизм как раз и музыкальная его часть, то есть музыка в 18 веке записывалась на вот такие валы. Вал имеет штифты, при вращении вала штифты задевают за молотки, те пружинят, бьют по колокольчикам. Сдвигается по оси влево и вправо, то есть меняется положение штифтов, меняется мелодия. Угу. Здесь
сдвигается вал как раз в то место, где нет штрихов, то есть это пауза. И здесь раньше было 6 мелодий запрограммировано. А сейчас только вот так бьет, да? Ну, только одну, да. И то она улавливается тяжело. Мотив не улавливается. Ну, звук красивый. Вот. Приятно. На другой стороне часов находится механизм театральный. То есть здесь кузница. Кузнецов показывает здесь свою мастерскую, в которой он работал. Фамилия мастера Кузнецов неспроста, потому что он был из среды Кузнецов. Вот, и он показал свою мастерскую, в которой он работал. Как раз мы видим тут наковальня, молот. Мехи закачивают на воздух. И фигурка мастера работает. Чтобы такие часы сделать, нужно было хорошо разбираться и в физике, и в математике, и в химии, и в астрономии, знать чертежное дело, устройство часовых музыкальных механизмов. Всего этого достиг Егор Кузнецов сам. Вот. Но запросив вольную у Демидова, он так ее не получает, потому что Демидов боялся мастера потерять, он был очень ценным работником. Вот, потому покупают у него часы за 200 рублей серебром. Это большие деньги, да, тогда? До того времени большая сумма, можно было год не работать, Кузнецов получил деньги, навыки, закупает необходимое оборудование, чтобы сделать свое второе изобретение, это музыкальные дрожки. Дрожки хранятся у нас в виде макета, или грелочки, да? Вот, это макет, а настоящий хранятся в Эрмитаже, в Санкт-Петербурге. Да. Впрягались лошади, да, сидел кучер, два пассажира. Они зад... большие, да? Задняя механическая, ну, две лошади, если впрягаются, это тележка. Два пассажира, если сидят. Угу. Задняя механическая часть, та, которая высокая, тут находился дорожный орган, то есть трубы органные, и когда вращались задние колеса, мехами закачивался воздух, органные трубы. Ну, мелодия была. Это запись сделана в Эрмитаже. Как раз до сих пор дорожный орган работает. И сейчас до сих пор работает 22 мелодии. В часах 6 здесь 22. Торцевой механизм называется верстомер. То есть он измерил расстояние, которое дрожки проехали, поскольку раньше измерили расстояние в верстах, в саженах. Прибор называется верстомер. А вот фигурная коробочка на верстомере желтая, она служила для помещения там колокольчика. После верстомера. Так дружки работают до сих пор. Егор Кузнецов делал на протяжении 16 лет, закончил в 1801 году. Вот. И Демидов, тогда уже не Никита, а его сын Николай, отправляет Кузнецова с дружками в Москву на коронацию Александра I. Это был 1801 год. Вот. Ну, мол, покажи свои дрожки, изобретения и покажи, какие мастера у меня работают, сказал Демидов. Кузнецов, приехав в Москву, показал дрожки и, разговаривая с хозяином, дарит дрожки царю. В общем, царь уже просит Демидова освободить Кузнецова от крепостной зависимости. Освободили, да? Вот. Через 3 года только Демидов подписал бумаги. Вот. Поэтому дрожки остались уже там. Но коронация проходила в Москве. Цари-то жили у нас, императоры, в Санкт-Петербурге. Так они оказались в Петербурге. Где они до сих пор и хранятся. И до сих пор работают. Вот. Получив свободу, Кузнецову исполняется 79 лет. Но через год он умирает. Но он выкупает семью из крепостной зависимости. Не только себя, но и семью. Вот у него еще осталось много учеников. После его смерти ученики – это бывшие его подмастерья, так называемые выходцы слесарной избы Егора Кузнецова. Вот, и они стали, ну, такой гордостью этого края. Вот. Но с этими мастерами, с подмастерьями Егора Кузнецова связывают как раз это изобретение, это велосипед.
был мастер Ефим Артамонов. Он был тоже кузнец, потому что это изобретение сделано из железа, кованое железо. Это считается первой в России, ну и по одной из версий, один из первых в мире двухколесных педальных велосипедов 1800 года. Мастера звали Ефим Артамонов. Есть только легенды, связанные с этим человеком. Одна из легенд гласит, что Артамонов на этом велосипеде отправился сперва в 1800 году в день Великого Пророка в Екатеринбург. Это была пробная такая поездка из Тагила в Екатеринбург. А потом через год, в 1801 году, он отправляется на этом велосипеде на коронацию того же самого Александра I в Москву. Ехал он через Петербург почему-то, Пермь, Казань, Петербург, потом уже в Москву заехал. Но это легенда, потому что ясно, что на таком велосипеде тяжело не только ехать, но и сидеть. Уж очень неудобный велосипед, нет здесь пружин никаких, шин тоже не изобрели еще, которые потом стали одеваться на обод колеса. При большом колесе были маленькие, то есть тяжело таким велосипедом управлять и сидеть, конечно. Он высокий, при остановке нужно было сразу же искать место для упора для ноги. То есть вот такой. Казалось, что чем больше диаметр колеса, тем можно меньше педали крутить, поэтому можно поехать быстрее расстояние. Вот. То есть вот такой велосипед. В конце концов провели анализ металла, и в заднем колесе внизу есть вырез. Металл этот кусочек отсутствует, он пошел на экспертизу в лабораторию НТМК, и химики, эксперты установили возраст, металл, из которого сделан велосипед. Это уже где-то 70-е годы 19 века. Это железо было получено в Мартыновской печи. То есть перед нами не настоящий велосипед, а возможно его копия. Но этой копии, как вы понимаете, уже много лет. Больше 130, даже уже где-то 140 лет, наверное, точно есть. То есть где же настоящий артамоновский велосипед, до сих пор никому не известно. Так же, как и имя мастера, подвергается сомнению, что он вообще существовал, потому что нет документов, подтверждающих жизнь Ефима Артамонова. Это какой-то собирательный образ, ну, когда не на мастера, допустим, да? Вот. Последние такие сведения дают нам повод думать, что все-таки мастер был, потому что в документах об освобождении Егора Кузнецова фигурирует имя Артамона Елизаровича Кузнецова, мастера и родного племянника Егора Кузнецова, который сделал дружки и астрономические часы. И там не расписано, за что получил вольную Артамон Кузнецов, только за так. Описано, что за благие для государя дела и угодные для государя дела, а какие – непонятно. Поэтому это дало все повод думать, что все-таки это и есть. А когда он получил вольную? 1803 год, тоже через 3 года, сходятся? Да, сходятся. То ли он получил как родственник Егора Кузнецова вольную, то ли вот за какие-то угодные заслуги для государя дела, возможно, это и есть. То есть здесь до сих пор не умолкают споры, вот. Поэтому есть такая поговорка, не будем изобретать велосипед. У каждой страны есть свой автоном. Вот. У нас он более ранний, что ли, получился, чем у немцев, у тех же французов. У них были велосипеды подобные, но у них не было педалей, колеса были одинаковые, ниже, и человек сидел на раме деревянной и ногами отталкивался от земли. То есть такой высокий самокат. Называли бегунки. В общем, ну, наши велосипеды называли костотрясом. Потому что ясно, что это очень жестко. Трясло. Вот. Но это все легендарные сведения. Просто есть такой экспонат, который к нам поступил после революции и гражданской войны из Верхотурья. Как он там оказался, тоже непонятно. Поэтому мы не можем о нем не рассказывать. Он есть, поэтому он вызывает большой интерес. И эта легенда нами рассказывается здесь, вот этого велосипеда. Вот. Ну, что касается сведений уже не легендарных, а подлинных, это механики Черепанова, создатели паровых двигателей, паровых машин. Отца звали Ефим Черепанов, его сына Мирон Черепанов.
Подлинные портреты находятся в том же Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Это уже вторичные копии. Авторы портретов тоже разные, ну и так же, как и время написания этих портретов. То есть перед нами как будто два ровесника, хотя картины были написаны в разное время. У Ефима мы видим медаль на шее с портретом Николая I, русского императора. Он оценил работу крепостного мастера на государственном уровне, потому что работы были, то есть паровые двигатели, которые делал Ефим Черепанов, были признаны одним из лучших в России, потому что он выполнял заказы не только с уральских заводов, но и с сибирских, и с заводов европейской части России. Вот. Его сын Мирон Черепанов тоже помогал ему во многих его опытах, устремлениях. И именно с именем Мирона Черепанова связывает изобретение первого в России паровоза. Потому что эта идея все-таки принадлежит больше сыну Мирону Черепанову. Вот. Ну, за всю свою деятельность Черепанова создали 20 паровых машин. Вот одна из машин подобных стоит как раз на этом подиуме. Это, конечно, не черепановская машина, а машина другого уральского мастера Ивана Ползунова, который, опять-таки, работал на Акинфе Демидова, только уже не на Урале, а на Алтае. И он изобрел один из первых в мире паровых двигателей. Вот такая огромная паровая установка обслуживала доменные печи, то есть воздуходувные мехи закачивались. Сейчас здесь вот... Трубы деревянные, туда бросались дрова, заливалась вода в паровой котел, закипает вода, пар поднимается по этим двум цилиндрам, и пар выдавливает поршни наверх. Коронесты поднимались, опускались, и мехи тоже так же поднимались и опускались, и закачивали воздух в доменные печи. Такая одна паровая установка обслуживала 10 доменных печей одновременно. Но это была новейшая техника для 19 века. Все-таки все старинные уральские заводы работали на воде. Потому и старинные города уральские стоят на берегах рек. Везде пруды. Потому что за прудом ставилась, то есть за плотиной ставилась фабрика, вода вращала все заводские механизмы. Поэтому фабрика по-русски называется завод. Слово «за водой», водой, да? За водой находится. Угу. Вода все-таки капризная, поэтому требовался двигатель универсальный. Таким двигателем стала паровая машина. К сожалению, Иван Ползунов заболевает чахоткой и умирает в 38 лет. Работа его так и не была до конца завершена. Через 15 лет в Шотландии Джеймс Уатт получает патент на универсальный паровой двигатель. И с тех пор переходит приоритет изобретения паровой машины именно в Англию. Вот. Ну, что касается механиков Черепановых, они создавали двигатели уже больше, так скажем, кватовского типа, английского. Они были очень хорошие, потому вот и сам государь оценил труды крепостных мастеров. Лучшая, конечно, награда для них – это обретение свободы. Они были особо любимые люди, тоже из среды старообрядцев, как и Егор Кузнецов. Отсюда такие длинные бороды. Ну вот, что касается паровоза, паровоз был изобретен в 1834 году. Здесь, буквально вот в нескольких шагах от нашего дома, на территории Выискова мини-плавильного завода. Там было механическое заведение Черепановых. Эта модель паровоза уменьшена в 10 раз. Вот, мы видим здесь бочку, это паровой котел медный, доской обшит сверху. Здесь вода закипает, вырабатывается пар. Здесь печь, здесь стоит машинист, рычаги для управления механизмами, тормоз. Открываются краны, когда пар закипает, когда вода закипает, открывается кран, чтобы пар пустить в цилиндры. Но там уже специальный механизм давит на... Ну, поршень давит на кривые коленчатые воды, которые вращают колеса. Задние рабочие, передние направляющие. Труба высокая делала, чтобы дым шел выше головы машиниста, ну и чтобы была тяга хорошая. Вот. Вот такой был паровоз. Он был опытный, экспериментальный. Его сделали впервые в России. Потому Нижний Тагил является родиной первого русского паровоза. Была идея отправить паровоз в Петербург.
Павла Демидова, которая там прожила на Большой Морской, а тот хотел показать паровоз царю. Вот. Ну, в общем, так получилось, что приказчики посчитали, что очень дорогая перевозка обойдется заводом, и решили паровоз не отправлять. Вот. В это время в Петербурге объявляется подданный Австро-Венгерской империи Антон Франц Герцнер, который убеждает царя строить дорогу между Павловским и Петербургом. Она вошла в историю как Царско-Сельская. Если бы Черепановым позволено было паровоз доставить в Петербург, то строили бы дорогу не иностранцы, а уральские мастера. Выгоднее было закупать паровозы в Англии и везти их кораблями по морю, чем тащить паровоз через с Урала, полстраны, через всю страну, по рекам. Раньше же шел сплав по рекам. Урал соединялся с центральной Россией только личным путем. Конечно, были и тракты, но легче было по рекам сплавлять металл. И вот посчитали, что дорого это. Через год Черепановы делают свой второй паровоз, он показан здесь. Он отличается от первого тем, что у него и колеса одинаковые, вот, и труба у него такая вот без короны, в общем, и печка больше. Это уже была машина непосредственно для перевозки грузов. Это была рабочая такая лошадка, на которой перевозили медную и железную руду. Была гора высокая, стала яма глубокая. Это про наш высокогорский карьер. Да, мы там были уже, посмотрели. Вот, и вот там на одном из склонов находятся остатки медного рудника. Вот оттуда, с медного рудника, везли руду сюда, на Уфимский медеплавильный завод. Длина дороги была чуть больше 3 километра. Вот она была первая в России дорога, получается, железная для перевозки грузов. Ну, на картине можно видеть, как паровоз люди впервые увидели в своей жизни. За штурвалом, кстати, Мирон Черепанов, он был первым машинистом. Ну и интересный факт, что дорога была первая сделана не из железа, рельсы сделаны были не железные, а чугунные. Потому она называлась Чугунка. Вот отрезок рельса, по которому ездили первые паровозы в нашей стране. Это чугунный колесопровод. Каждый рельс был длиной 2 метра. Потом их стыковали между собой, вот и получилось длина дороги больше 3 километра. Крепились они тоже в чугунные крепления, которые приколачивали деревянным шпалом. Все это хорошо на картине видно. Ну и ширина колеи тоже была больше, чем нынешняя, 1644 миллиметра расстояние между рельсами. Вот. Ну, паровоз, в общем, придумали Черепановы впервые в России. А в мире это были англичане. Англичане Ричард Тринити придумали. Тоже нас обогнали или не сумели? Ну, здесь не было никакого соревнования. Просто у них машина паровая была, Джеймс Уатта. И дальше они, как нормальные люди, стали использовать ее для перевозки грузов, пассажиров. Так появляются паровозы. Ричард Тринити запатентовал свой паровоз в 1803 году. Но не получил дальнейшего развития. А другой инженер, Джордж Стефенсон, усовершенствует паровоз, делает его общедоступным. В это же время Черепанова работает над своим паровозом в России. Вот. Девочка в молитвенной позе – это скульптура, сделанная Федором Филипповичем Звездиным, бронзолитильщиком, который получил от Черепановых заказ на производство, изготовление вот этих вот рельсов. Это подлинник? И чугунных подушек. То есть получается девочка и рельсы, и крепление сделано одним и тем же человеком. Вот такие были мастера, вот уникальные. То есть они совмещали в себе знания металлурга, инженера, художника и скульптора. Сейчас можем пойти дальше. Вы уже в музей пришли? Здесь подлинник. Нет, ну. Здесь как хотите. Бывает всяко. Ну, здесь фотографии семьи Черепановых. В общем, вот фотография изображает памятник, которому уже 62 года. Он в центре города находится. Фигура сидящая — это отец, стоящая фигура — сын. У них в руках чертеж первого паровоза. Фотография интересная, верхняя, они изображены дом Черепановых. Где мы находимся сейчас, да? Мы на втором этаже сейчас, да. Перед домом рабочие Выискова завода. На этом заводе, в принципе, большую часть времени проработали механики Черепанова.
где они делали и первый, и второй паровоз. Это семья, да, вот это? Да, семейные фотографии. Это уже дочь в окружении своих потомков, дочь Мирона Черепанова, Евгения. Вот. Это получается внучка, а даже правнучка Мирона Черепанова, Анна Водовозова, она и передала многие вещи давние. Угу. Вот это потомки. Здесь тоже фотографии из их семьи. Посуда из их семьи осталась. Хозяин дома Мирон Черепанов, который был машинистом и инициатором создания паровоза. Он хозяин дома. У него было 7 детей. Это все потомки Красного Черепанова. Вот. Ну, тут интерьер, чтобы представить, как семья могла жить. Это сейчас музей, раньше это был жилой дом. Керосиновая лампа, подсвечники, камин, посуда, одежда. Ну, это, конечно, реконструкция. Она стоит на 19 века. Но я говорю не то, что прям в ней ходил сам Мирон, а просто мы восстановили его костюм. То есть на голове картуз, русская рубашка, косоворотка, кафтан длинный, жилет и часы на цепочке. Ну, они были обеспеченные люди, да? Ну, если дом такой... Сумели построить, да? Ну, дело в том, что они хоть и были крепостные, они занимали высокие посты, потому что талант у них был от Бога, их ценил Демидов Николай Никитич, и именно он и стал двигать по служебной лестнице. Сделал большое жалование от их деятельности, он имел выгоду, потому что они внедряли новую технику. С помощью такой техники можно было и увеличить производство добычи полезных ископаемых, производство железа и так далее. В общем, поэтому он получал дивиденды от их деятельности, так скажем. Жалование большое. А дом они построили, когда получили вольную. То есть дом уже строили вольную Черепанова. Ну вот кроме того, что они делали паровые машины и двигатели, они еще очень хорошо разбирались в станкостроении. Это станки разных конструкций, все это черепановские. Станки, прокатное дело, машина, которая готовые листы железа производит, тоже вот прокатное дело, они изучали в Англии. Станки токарные, винторезные, сверлильные. Как работают медные рудники и какие машины используются на медных рудниках, они изучали в Швеции. Это Стокгольм. В общем, в Петербурге изучали, как добывать и обрабатывать платину. То есть они очень много поездили, много видели, много знали. Вот это подлинный документ, это настоящий автограф Ефима Мирона Черепанова. Это подлинник. Третий лист письма Павла Демидова по случаю рождения его сына Павла Павловича Демидова. А вот это что за? Это механическое заведение Черепанова. Вот вверху чертеж, фасад, а это макет сделан из дерева. А где находилось? Тут где-то? А вот повернитесь, вот тут на карте она есть. Вот буква Г перевернута, это вот это вот и есть. Там план, вот она. Угу. Это Выиски имени плавильный завод. Вот мы находимся здесь, вот дом Черепанова. Вот этот дом, вот он. Угу. Вот здесь сделали, вот в этом здании сделали черепановские паровозы, первый и второй. Вот. Это вот дорога железная, первая осень, она шла до медного рудника. Это река Выя, плотина перегородила речку, образовался пруд. Фабрика стоит, как правило, за плотиной. Река Выя, приток реки Тагил. Тагил правее находится, бежит. Вот. Здесь скала Красный Камень, вот она хорошо видна. Ну, это все улицы, планировка Выискового поселка. Это северная часть Нижнего Тагила, Выиско-Никольская церковь, вот еще видна. Улица Фрунзе, она Максимилиановская раньше была. Деревянные квадратики, это все, то есть красные квадратики — это деревянные здания, а вот эти вот такие ярко-красные — это уже каменные сооружения. Ну, поднос тоже из семьи Черепанова.